Ребят, первый раз в жизни пробую лакрицу, вот, в форме волыны и какого-то сюрикена или что это, знаешь, знак. Говорят, что она полная говна, прям ужасная. Осталось только угостить блондинку пакетиком, подождать пару секунд и... Это же лакрица мудила! Я не верю, что он так плохо. Кусаем волыну. А знаешь, на что похоже? Короче... Раньше были китайские всякие китайские сладости. Но очень под кашлю еще очень похож. Кислые. Не, вот именно китайские сладости очень кислые. Они еще были такие оранжевого цвета и похожи на янтарь были. Один в один просто. Один в один вкус. Ладно, давайте другую попробуем. Она отличается чем-то. Она более соленая должна быть. Не, ну, конечно, любители. Слишком сильно отличается от обычного мармелада. Не скажу, что прям говно, типа, хочется блевать, как многие говорят. Ну, типа, норм. Так вот.